Когда начинал вебинар, я понял, что будет какая-то беда, потому что ездил, да? Ну, это опять мой любимый вебинар Руш, это у нас с вами исполнено. Всем большой привет, друзья, еще раз. Всех рад видеть, рад видеть в этот раз. И надеюсь, что дальше проблем со звуком не будет. Я еще когда начинал вебинар, понял, что будет какая-то беда, потому что не хотел ставиться на записи. Это всегда очень такое сразу странно, да? Что такое происходит. Хорошо, давайте включу демонстрацию экрана. Давайте закроем один глаз и представим, что ничего не было, это было нормально. Как ваши успехи, как торговая неделя прошлая? Она была, я думаю, безумно интересна, особенно для тех, кто знает, как я торгую, и для тех, кто посещает мои вебинары, то есть смотрит в том же направлении, что и я думаю, что у вас должны были быть неплохие парочки сделок на этой неделе, которые должны были принести вам пользу. То есть отпишитесь, насколько была удачная неделя. Может быть, что-то успели поймать и так далее. Я пока включил демонстрацию экрана и напоминаю, что у нас сегодня вебинар «Торговые идеи на неделю. Рынок анализ». Сегодня 21 марта 2016 года. Меня зовут Виталий Сергеенко, я трейдер. И я здесь, чтобы помочь вам разобраться в теме трейдинга, в непрофорном бизнесе. И простыми словами сказать о сложных вещах и направить вас, кому это действительно интересно, на вот по стороне тренда, по тому направлению, которое поможет вам сохранить и приумножить свои деньги. Наш официальный сайт, электронная почта, которую можете со мной связаться, и Skype, в котором один из моих партнеров может ответить на все ваши накопившиеся вопросы по трейдингу, по поводу сотрудничества с нашим проектом и так далее. Вся информация в рамках данного вебинара будет исключительно даваться в ознакомительных целях, не будет никаких 100% сделок, и вообще всегда, когда вы видите 100% сделки, я вам буду говорить, к примеру, доход 0,5% в день, или доходность без риска 7% в месяц, 10%. Всегда оттуда сразу бегите, потому что это значит, что это хайп, что это лохотрон. И если кто-то говорит, что он знает будущее там, на 99-90%, то, скорее всего, это жулик какой-то, мошенник, и лучше этого человека не слушать. Да? Я же всегда говорю о том, что рынок с той или иной долей предсказуем, но это всегда либо 60 на 40, либо там 50 на 50. Но все равно, если у вас правильный риск-менеджмент, и вы знаете, что такое тренд, что такое уровни, и как определить глобальный тренд и динамику, то у вас, в принципе, никаких проблем не должно возникнуть. Так, сегодня мы с вами будем разбирать очень много интересного. Какие сделки, какие идеи на этой неделе самые оптимальные. Где у нас тренд, где у нас объемы, какие у нас цели, какие у нас уровни и так далее. Потому что я увидел одно, что у новичков, либо у тех, кто не получается стабильно, у них у всех основная беда в одном. А многие не знают, что такое действительно тренд, а во-вторых, многие не знают вообще, как строятся уровни. Ну и третий момент, самый 100% как бы популярный, что у большинства людей нет дисциплины для реализации собственных планов, да, то есть у них нет, во-первых, алгоритма, а во-вторых, они даже не знают приличия алгоритма, куда бежать и что с этим делать. Такая история. Сегодня у нас в гостях тот же человек, он никуда не уходил, сидели пили чай. Это Дональд Трамп, один из претендентов на пост, на титул президента США в этом году, и один из самых известных миллиардеров, такой экстравагантный молодой человек. Владелец там строительного бизнеса, горного бизнеса и так далее, там, килограмм всего. И, конечно же, один из самых успешных инвесторов нашего времени, это
я думаю, не тем, ну, вот что он сказал. Для меня богатство – это инструмент, позволяющий достичь четко сформулированной цели. Да? Вот беда в том, большинство трейдеров, вообще людей, в том, что, во-первых, у людей нету четко сформированной какой-то цели, а во-вторых, им нужны деньги от трейдинга ради денег. То есть я когда спрашиваю людей, они говорят, да, моя цель там зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц, к примеру. Я у человека спрашиваю, зачем тебе? Ну как? Чтобы там хорошо жить, там, чтобы на жизнь хватало и так далее, там, летать по разным странам. Это неплохая цель, но она абсолютно какая-то воздушная и, может быть, даже никому не нужна. То есть вы должны представить себе какие-то действительно цели, полезные для себя, для своей семьи, и те цели, которые созидаем, они разрушают вас как личности, это во-первых. А во-вторых, после того, как вы поставили эту четкую цель, тогда делать каждый день, каждую неделю, каждый там, год правильные шаги, и вы потихонечку, используя деньги, которые к вам будут приходить, будете добиваться этой цели. То есть деньги – это не цель ни в жизни, ни тем более на рынке. Вот многие приходят на рынок заработать денег очень быстро. И все, у кого эта цель, они все деньги либо теряют, либо никогда не заработают. Потому что на рынке цель, как парадоксально, это не деньги, это делать качественные, отличные сделки, это соблюдать свой торговый алгоритм. И это заходить там, где ты хочешь в рынок, и выходить там, где ты хочешь. И здесь про деньги я ничего не говорю. А деньги – это как бонус. Если вы будете исполнять свой алгоритм, если вы будете следовать своим целям, то, скорее всего, у вас получится с течением времени, с набором опыта, получится здесь потихоньку зарабатывать. Вот. Поэтому большинство людей, новичков в этом бизнесе, они начинают переворачивать все с ног на голову, и начинается совершенно не с того. Это лирическое такое вступление. Дальше мы обращаемся к группе ВКонтакте. Вы также можете подобную группу в Фейсбуке найти, либо зайти на наш официальный сайт по вот этому адресу. Пока он такой, но в ближайшее время мы, скорее всего, перенесем на новый адрес, но этот адрес также будет работать, будет перенаправляться. Поэтому сохраните себе, вам, я думаю, это может помочь для тех, кто захочет с нами сотрудничать. Итак, что мы здесь с вами видим? Мы с вами видим ключевые моменты на эту неделю. Давайте поговорим о будущем, а потом в прошлой неделе еще обратимся, что у нас там было интересно. Итак, на этой неделе сегодня у нас ничего интересного нету абсолютно. И завтра во вторник индекс потребительских цен по Великобритании. Неплохие такие данные можно посмотреть по поводу инфляции, да. Дальше это у нас запасы сырой нефти в среду, как всегда, в среду очень важные данные на прошлой неделе. Эти данные и другие по нефти неплохо сработали на рынке, и мы с вами получили дальнейший импульс по локальному тренду, так как мы с вами и, в принципе, думали, да, предугадывали, что будет движение вверх. Четверг, 24 марта, у нас заявки по получению пособий, дальше товары длительного пользования, ну, такие средние новости. Сейчас еще посмотрим один источник. Хотел бы всем напомнить, что на этой неделе у нас с вами в пятницу не торговый день, по сути, потому что в пятницу все страны, начиная от Австралии, заканчивая Чилийской республикой, они все отдыхают, все празднуют Страстную пятницу, Пасха, и поэтому всех католиков, всех протестантов заодно с этим замечательным праздником. И давайте будем отдыхать на пятницу в плане рынка, потому что, ну, можно сказать, что рынок будет закрыт, а какие-то тонкие движения, то они будут без участия маркетмейкера, поэтому там могут быть какие-то не совсем адекватные движения, которые поздно достаточно поймать. Поэтому говорю вам сразу, что не старайтесь в пятницу заходить там на весь депозит в ту или в иную сторону. Поэтому у нас ключевая это среда, запасы по нефти, как мы знаем, с вами сейчас движут рынком.
И, в принципе, ну, здесь есть линейка разных индикаторов, особенно во вторник. Ну, там все такие промежуточные значения, поэтому я не особо стараюсь. Так, хорошо, давайте теперь обратимся к графику. Я отключу видео на время, и мы с вами будем смотреть очень важные вещи. Итак, у нас есть с вами нефть. На прошлой неделе мы с вами говорили о том, что нефть пойдет дальше, и что цели там 40-41 будут достигнуты. В принципе, так и получилось. Мы с вами получили тест локального уровня, о котором мы говорили на прошлой неделе, и рост в сторону 42. Да? То есть, в принципе, вот это движение, о котором мы с вами говорили, там от 37, 38, вот эти 4 бакса, 3,5-4 доллара, они были достаточно предсказуемые, и у нас здесь наша идея полностью была отработана. Сегодня у нас достаточно большой объем по нефти, то есть понедельник такой достаточно ликвидный, но не скажем волатильный, да? И мы с вами видим, что прошел объем 16.00, это 4-часовые свечки, пока мы торгуемся выше, то есть вероятно вливают объем крупные деньги именно на покупку дальше. Что касается меня, пока я вижу рынок, что нет причин для печали, нет причин, чтобы рынок завалился, ну, к примеру, за 38. Поэтому я думаю, что на этой неделе, на вот тех данных, какие у нас есть по нефти, а по нефти, опять же, на прошлой неделе у нас был килограмм важных новостей. Это запасы от Американского института нефти вышли 1 500 000, да, миллионов баррелей, так скажем, 1500 миллионов баррелей, 94,4. То есть хорошие, можно сказать, 3 раза меньше данные, и это, безусловно, хороший такой плюс для продолжения роста нефти, потому что запасов поменьше. В принципе, ну, все данные по запасам, они упали где-то в 2,5-3 раза. Неплохие данные. Опять же, по добыче мы с вами видим на тех же уровнях примерно, и пока у нас там ОПЕК до конца не договорился, и есть такая локальная неопределенность по этому инструменту, но то, что мы видим визуально, то, что мы видим технически, это у нас продолжаются эти данные и вообще спекулятивные моменты отыгрываться по нефти. Поэтому мы с вами видим движение импульсное по среднесрочному тренду, в основном после объема, после неплохих объемов, таких средних, чуть выше среднего, мы с вами видим устойчивый рост. Если идут какие-то провалы, то в основном они идут там в пятницу, да, вот не было объема на бирже, потому что, ну, частично уже люди отдыхают в преддверии выходных. Поэтому моя идея состоит на этой неделе в том, что мы с вами получим вялое текущее движение в сторону повышение, может быть, 30, точнее 43-50, даже с обновлением локального хая, но вряд ли мы завалимся ниже 40, и даже если мы завалимся, то, скорее всего, это будет ложный пробой с движением повыше. То есть я бы ждал какой-то коррекционной волны. И если вы понимаете, как торговать нефтью, и там объем не заходить, то здесь, я думаю, будет у нас еще рост на положительных данных по запасам. И на том, что сейчас, ну, доллар решили немножечко подогревать. И давайте с вами посмотрим. Индекс доллара, это у нас дневной график. И у нас по-прежнему продолжается такое флетовое движение, распил в рамках восходящего тренда, но идет замедление, идет остановка. И мы с вами получили такую нисходящую динамику, пока движение вниз. Вот, поэтому я думаю, что у нас будет также какое-то пока замедление доллара, остановка. Мы с вами видим, что даже по развивающимся валютам, рубль, к примеру, у нас идет укрепление уже там, вторую неделю подряд, поэтому там, третью даже неделю, да? Поэтому мы с вами сейчас, ну, на этой неделе рано покупать доллар. То есть, нет здесь никаких технических моментов. Это каких-то покупок, и фундаментально
Доллар пока, ну не то, что слабо выглядит, просто он не готов к какому-то развороту, поэтому я бы либо интрадей сделки делал против доллара, либо вообще воздержался от сделок и ждал, что на этой неделе будут какие-то локальные флеты, проторговки, и потом уже может быть на каких-то негативных данных для нефти, положительных для бакса, мы с вами увидим новый рост в сторону там 101 по индексу доллара. Но пока то, что мы с вами видим, это в средних объемах сползание вниз. И здесь нет какого-то интереса глобального. Вот, это что касается индекса доллара и нефти. Я думаю, вы поняли по поводу нефти. Да? Дальше у нас с вами идет, ну, давайте посмотрим евро-доллар. Евро-доллар, на прошлой неделе мы говорили о том, что у нас есть флэт, и что в рамках этого флета может быть все, что угодно, и что после такого роста, я говорил, что скорее всего будет снижение, но лучше евро не торговать, потому что может быть все, что угодно на таком рынке. Да? И при возникновении локальных объемов мы с вами увидели импульс, краткосрочный такой тренд, выход из тренда, и опять же напоминаю, мы с вами отбились от 2 недели назад важного уровня, это ядро контракта на бирже в Чикаго. И этот уровень выстоял, и безусловно, пока мы торгуемся выше, у нас локальный восходящий тренд. Выше 0,850, 0,8 ровно, локальный восходящий тренд. Это нужно помнить. Также, конечно, у нас на прошлой неделе, давайте вспомним, что было. Было три ставки по Японии, по Великобритании и по США. Везде ставки остались на том же уровне. К примеру, если мы возьмем с вами ФРС, то там было очень много интересных моментов. И 0,5 ставку оставили. Йеллен удивила всех председателей ФРС, да, что... давайте сейчас посмотрю, что вам точно сказать. Ну, в общем, ФРС честно сказали, что скорее всего, не будет в ближайшее время повышения ставки. Это негативная новость для Америки, что у нас с инфляцией, ну даже не только для Америки, для американского доллара, что инфляция у нас остается на прежнем низком достаточно уровне. Боятся уже увеличивать ставку, потому что может обвалить развивающиеся экономики, и мир может закончится, и американцы такие добрые, честные, справедливые, что они спасают, конечно, весь мир, как Бэтмен и Супермен, поэтому все нормально. ВВП ожидают снижения, ну, 2,5% до 2 по году рост ВВП. Это хороший рост для развитых экономик, 2-3% в год это достаточно неплохо. Вот. Ну и какой итог? Мы с вами должны понять, что, скорее всего, будет раньше сентября не будет роста процентной ставки, что один максимум 2 раза в течение года это повысить всего лишь ставку там по 0,25 пунктов. Поэтому вот нет у нас тренда. Да? Нет тренда на рынке, потому что если бы Елена сказала, да, ребят, будем 4 раза в этом году по 0,5, по 1% увеличивать ставку, то мы бы с вами евро увидели где-нибудь, ну, на 1, на 0,95 через пару недель. И это было бы классно, хлопали бы в ладоши, заходили бы в шорты, и все бы зарабатывали деньги там, без вопросов. Но так как, ну, на рынке действительно такая есть неопределенность, и американцы играют супергероев, и решили всех спасти, и сделать такое отступление, не убивать дальше рынок, то мы с вами получили откат и можем получить еще дальше на ожиданиях. А вообще, я думаю, что мы увидим с вами такой широкий флэт. Широкий флэт, то есть сейчас можем даже чуть повыше пройти, и потом вот так и будем торговаться там от 0,8 до, к примеру, 1,14 без проблем. То есть на рынке не будет какого-то глобального тренда в ближайшее время, имеется в виду, ну, там, месяц, квартал, скажем так. Вот, поэтому, что касается этого графика по вашему любимому евро-доллару, я думаю, что при каждой
коррекционной волне. Если мы нащупаем уровень, к примеру, 1.11, 1.50, то мы с вами можем увидеть дальнейший рост. Поэтому я бы ждал коррекционного движения при возникновении какого-то интересного объема здесь, да, и при возникновении модели long, то я бы искал возможность скорее купить, чем продать. Но если мы с вами заваливаемся там, ниже 0.950, то будет возврат вот к этому уровню. То есть, скажем так, здесь очень такая тяжелая картинка, но 55 на 45 в сторону повышения. Мы с вами опять же видим импульсы, идет постоянное движение, идет рост устойчивый, потом идет тест этого объема и движение опять вверх. Поэтому я думаю, что мы увидим сейчас сползание, какое-то вялое, и может даже до конца этой недели не увидим глобального роста. Почему? Потому что у нас с вами праздники во всех странах серьезные, да, поэтому имеется в виду серьезный план чего, плане католиков, протестантов, да, кто в этом двигается. Поэтому здесь, скорее всего, будет коррекционное движение, но при возникновении какой-то здесь палки, какого-то импульса, мы, конечно, с вами можем хлопнуть сюда наверх в 1.14 легко. Поэтому с большей вероятностью движение повыше. Видите, после гигантского объема, там практически в 300 контрактов, 300 тысяч контрактов, мы торгуем себя по-прежнему выше, нет предпосылок. То есть, если вы хотите здесь зашортить, да, поставить стоп, для вас самое главное действие стоит в том, что так лучше не делать. Вы знаете, смотрите какие-то там каскадеры, они говорят, не повторяйте это дома. Вот здесь тоже точно не надо вот такое повторять дома, потому что, скорее всего, вы получите стоп. А если зайдете большим объемом, вы получите большой стоп. И вылетите с рынка. То есть чего делать не надо. Поэтому на этой неделе не рекомендую евро-доллар опять. Ничего здесь страшного нету. Потому что у нас есть с вами британец, есть австралиец, к примеру, если вы хотите уже там американцев убивать, всех супергероями, то лучше сделать лонг на других инструментах против вас, к примеру, да? Поэтому вот такая идея по евро. Кто что думает по евро, как у вас идея? Может быть, кто-то уже в шортах, обычно все равно находятся люди на этих вебинарах, которые говорят, а я уже продал, и в принципе 15 пунктов, поэтому это нормально. То есть, может быть, кто-то уже продал, кто-то купил. Напишите свое мнение по евро. Так, это самая любимая валютная пара всех ритейл-трейдеров. Поэтому... Вот есть уже у нас эксперты по шортам от боковиков. Да. Тоже мнение покупать за 11. Александр, насколько я понимаю, то ты у нас там шортишь, да, плюс 70. Не торгую евро. Сергей, тебе большой привет. Рад, что ты помнишь мои рекомендации. Дивергенция по D1. Дивергенция по MACD. Ну, MACD, скажем честно, давайте, крупные игроки, там хедж-фонды, инвест-компании, ну, никто не смотрит дивергенции, конвергенции по MACD или RSI, там, чему-то там, да? То есть давайте смотреть правде в глаза, поэтому это неплохой сигнал для начала, но для какого-то действительно серьезного основания, ну, маловато. То есть должен быть какой-то перечень данных, кроме как дивергенции. Потому что, знаете, я вам могу честно признаться, в 2007, или это было уже начало 8, я уже не помню. Но на пятерной дивергенции по H4 я там подсливал свой депозит на евро-долларе, поэтому, скажу честно, пятерная дивергенция без проблем. Без проблем. Поэтому будьте аккуратнее. Дивергенция это неплохо, но если как один из там инструментов, ради бога, но не стоит его ставить во главу угла. По фунту у нас та же самая картинка, только более красивая. Потому что если вы хотите лонг, к примеру, сделать по евро, лучше купить
купить контракт. У нас с вами есть ядро прошлого контракта 1.4250, 1.4330 примерно. Мы остаемся выше этого уровня, пока торгуемся. После возникновения хороших объемов, действительно хороших на прошлой неделе, 60 тысяч, там 50 тысяч, это нормальный объем для фунта. Это, ну, действительно неплохие объемы, да? Вместо фунта это все-таки у нас не евро-доллар, там, не доллар-франк. 40 тысяч, 50 тысяч, торгуемся пока выше, выше ядра, выше объемов. И явно там кто-то сидит. Все вот эти коррекционные моменты в понедельник, там, в пятницу, ничего в этом страшного нету. Поэтому здесь для меня картинка очевидна. Белый день просто на ладони. Единственный нюанс, насколько мы будем корректироваться. Только до ядра, сложным пробоем, здесь с каким-то головокружением. И пойдем вверх или просто по каким-то ближайшим ценам здесь будет у нас с вами импульс. Но здесь я скажу так, что, наверное, с вероятностью, ну давайте без какого-то фанатизма, 65 на 35 я за среднесрочный лонг, вот от 42-50 плюс-минус там 20-30 пунктов, скажем так, да. То есть если вы видите 42-50, видите какую-то модель на лонг, то есть не просто байлинг здесь поставим, друзья, будьте внимательны, а увидели какую-то модель, можно попытаться здесь купить с каким-то интересным стопом, с адекватом, да, там может быть 41.90, может быть еще что-то. Но здесь есть у меня идеи, я как бы все карты открывать не буду, вдруг смотрит маркетмейкер, мои вебинары, маркетмейкеру огромный привет. Вот, что касается британца, рост на прошлой неделе волатильности достаточно серьезно, поэтому я думаю, здесь будут возникать какие-то неплохие интрадей сделки, если вы интрадейщик. Присмотритесь, я как позиционный периодически сливный трейдер буду ждать хорошего отката, ложного пробоя и с нормальным стопом буду заходить в сторону 45-46. А ближайший уровень как раз у нас здесь есть, 45, давайте возьмем 30, 46 ровно. Классный уровень, интересный, проторгованный до этого на неплохом объеме. Здесь мы останавливались, торговались, я думаю, что будет очередной тест с обновлением вот этого хая, потому что за этими хаями, я думаю, даже новичкам, да, как бы понятно, что у нас есть большое количество стопов. И по 46, и по 45 сейчас, просто километр стопов, и по 45-50. То есть вот здесь массив для ликвидности. Поэтому там цена с очень большой вероятностью у нас уникальна. Я жду объем, я жду какую-то модель. По своему упрощенному VSR-анализу, да, не по классике. И какую-то модель на лонг, я думаю, что у нас фунт выглядит достаточно неплохо на этой неделе. У меня будет один из фаворитов на в моем, скажем так, дневнике, да, где я записываю свои идеи, будет один из первых на этой неделе. Вот, поэтому фунту присмотритесь. Я не говорю, что мы пойдем на 48, на 49, без фанатизма, да, но мне до 46, 45, 50 увидеть вполне легко. Но если мы пойдем от отката, у нас с вами будет запас хода, ну, давайте средний возьмем, где-то 300 пунктов, это супер. То есть это супер, даже для позиционного трейдера такого, как я, 250-300 пунктов, нормально, можно работать. Он тут согласен. Ну все, ну теперь точно пойдем наверх. Так, по евро я вам сказал, а по фунту присмотритесь, я думаю, что неплохо. Доллар, иена. Опять же, здесь идея наша абсолютно точно отработалась. Я не рекомендовал эту пару на прошлой неделе, но говорил, что если будет выход, то будет смотреть продолжение, будет выход. Кто был на прошлом вебинаре, не даст мне соврать. Да? И как раз от верхней границы от 114 один в один просто произошло движение и вниз. Здесь у нас с вами достаточно серьезная для валютного рынка волатильность. 350-400 пунктов движение. Сейчас идет откат незначительный. Но здесь как бы ничего страшного нету. Абсолютно ничего страшного нету. Поэтому доллар иену, думаю, еще зашортят. Зашортят. Так, давайте с вами посмотрим.
Я думаю, что при тесте нижней границы 112.50, то 112.80 у нас может возникнуть новый шорт. Я скажу так. Я иену, честно, практически не торгую, но здесь явно сейчас идет такое импульсное движение опять вниз. И, в принципе, как мы с вами видим, в последнее время иена достаточно агрессивно ходит для себя, то есть 300-350 пунктов за неделю, неплохой улов, и даже без, если пятница, да. Поэтому присмотритесь, 113, 112, 80, 112.50. Если есть какая-то модель, и у вас есть идея какая-то, то я думаю, что будет что-то интересное. Это интересный нашел. Ну а цель по прибыли предельно простая. Это лоу плюс, ну, обновление. Но здесь, я думаю, вижу понятно. Даже в Африке, вижу в Африке, что 110. 2-0, 110, это 10. Это цель. То есть здесь по-другому просто быть не может. Так, сейчас я сюда на другом еще посмотрю на один момент. Секретный момент. Да, я думаю, так и будет. В принципе, на шорт здесь не так много в плюсе. 100%. Потому что уже 10 миллионов процентов здесь позакрывались в пятницу. Вот, поэтому цена может спокойно сходить. Потому что в шортах здесь, опять же, кто ментально опоздал, в догоночку, знаете, кинуть монетку, очень много здесь людей. В том числе даже с крупными деньгами сидят, поэтому цена сразу туда не пойдет, скорее всего будет откат для ликвидности, да, и здесь уже будет новое такое перераспределение, так скажем. Да, я думаю, что иена достаточно неплохо смотрится, посмотрим. Единственное, что если развернется тренд уже по нефти, по S&P 500, мы увидим какое-то динамическое такое движение, да, то, ну, скорее всего, ну, и в том числе всеми любимыми, а может быть, не всеми, индекс доллара, мы увидим отбой и движение в сторону 97, тогда здесь отменяется этот сценарий, и, но при этом, когда мы с вами не будем отбиваться 113, мы пойдем сразу выше, и будем опять торговаться в походе, поэтому там будет немножко другая история. Так, дальше у нас Канада. Канада — отличная сделка, одна из лучших на прошлой неделе моих, и сейчас у меня там есть одна сделка частично, да. Кто помнит, на прошлой неделе мы с вами рассматривали четко вот такую ситуацию, да, что у нас будет импульс, коррекционное движение, будет ложный пробой вот этого. Да, вы помните, здесь буквально какими-то тиками там постучались в этот хай, и оттуда пошло движение вниз. Здесь как спуска 300-350 пунктов, очень хорошее было движение, одно из лучших в последнее время. Да. Поэтому здесь я думаю так, что давайте посмотрим по объему. Ну, давайте посмотрим уровень. Значимый уровень 32.80, 33.60. И помечтаем 36.70, 37.60. Что касается каких-то лоу, но опять же напоминаю, вот этот уровень у нас является уровнем ядра, теперь уже позапрошлого контракта, я их не очень люблю, стародавние времена, но здесь он отработал на 200%, и я давно сижу за этим уровнем, здесь суперплатный ушел. Что касается целей, ну, здесь, опять же, ну, не хочется куда-то там далеко смотреть, да, но в случае коррекционного движения какого-то, да, здесь, опять же, ну, нужно на торговку объема, то есть цена должна где-то остановиться, начать торговаться, там, 30-50 плюс-минус, и потом пойдет 28-80-28-50, пониже. Это у нас был с вами уровень, и также мы увидели
что здесь объемчик начали, ну, я думаю, что здесь больше это стоп-лоссы и какие-то бай-лимиты, может быть, тут отложен кардеров, здесь очень много сработало, ну, давайте возьмем стоп-лоссы и селл-стопы, скорее всего, за уровнем, поэтому 29.40, 1.30.20, нужно посмотреть, как будет, здесь цена опять будет, какая-то остановка. Пока выше здесь уровня никаких не вижу, поэтому вряд ли цена, конечно, вернется на 32.80. Нужно посмотреть, как здесь цена отреагирует. Может быть, при небольшом росте какого-то и при отсутствии спроса мы просто отвалимся здесь. Тоже может быть легко. Но такое возможно, если нефть у нас уверенно закрепится и пойдет на 43-43.50. Я думаю, идея по поводу этого инструмента понятно. Золото. Золото у нас, в принципе, тоже отрабатывает сценарий. У нас есть ядро текущего контракта 12.28, 12.40. Отбились. Один в один, 4.400 хлопнули наверх от этой цены, которую мы с вами прогнозировали на прошлой неделе. Поэтому здесь тоже можно плюс мне поставить. Как прогнозисту, как обозревателю погоды на рынке, поэтому что будет дальше? Опять же, мы сюда приходим, здесь у нас есть этот флэт. Если мы торгуемся, продолжаем находиться выше этого локального флэта, то есть если мы не увидим котировку 12, давайте возьмем 15 для верности, учетом пробоя, 12-15 не увидим, то при каком-то локальном снижение, также вот по сути там по пункту, да, допустим, хлопнуть ниже, здесь ликвидность, взяли ее и потащили наверх на 12.95, 13.00, легко. Я думаю, что вот этот прогноз, он самый реалистичный на этой неделе, и ну, тоже 60 на 40, здесь вероятность очень большая, что так произойдет. Потому что нет пока причин для слишком такого серьезного укрепления бакса. Тут и так, если фиксируют, то вот фиксируют по локальным хаям, идет откат. Но я не думаю, что настолько будет фиксация, что мы провалимся до 12.00. Потому что это уже спровоцирует шорты, а это будет чревато для маркетинга. Поэтому здесь я не думаю, что будет такая картина. И австралиец. Австралиец один из самых классных тоже на прошлой неделе. Вы помните, у меня эти линии даже остались 76, там, 10, 76.40. Это уровень, который мы прогнозировали на прошлой неделе, что он будет достигнут. Супер он отработал. Постучались в него, пока откатились. Формируется новый уровень на текущем контракте 74.40, 74.90. Хлопнули от него на хорошем объеме. Вот, поэтому здесь явно у нас идет всплеск ликвидности на лонг. И против такого объема, ну, не стоит здесь торговать. Не стоит здесь торговать. Вот, поэтому классно будет здесь что? Опять движение сюда. Ну, здесь просто так строится рынок. Вот здесь механика рынка такая, что, скорее всего, он пойдет именно так. Здесь по-другому вряд ли будет, особенно если золото продолжит снижаться. Опять же, все внимание на нефть. Если нефть потащит сразу наверх, то да, здесь идеального сценария не будет, к сожалению. Вот, если потащит чуть пониже, то идеальный сценарий. Движение вниз от уровня, про который мы с вами, от которого мы с вами уже откалывали 74.40, 74.90. Это плюс-минус 74.60, 77, 74.70, точнее, отбой и движение в сторону 77 как раз. 77, 77.50. На этой неделе и на следующей это может быть вполне. Но этот рост, он ограничен. Поэтому, здесь, если такое случится, 0.80 мы с вами не увидим. Но где-то 77, 78, в принципе, может быть легко. Вот такая идея. Напоминаю, опять же, у нас здесь есть
Есть ядро, точнее два ядра прошлого контракта. Еще раз посмотрите, уровень 71.30, 71.80. Далеко, страшно, но он здесь есть. 70.50, 71.00. Это в случае разворота будет классная цель. Классная цель, если мы пойдем по долгосрочному тренду, который по-прежнему у нас направлен вниз. И там 72, 71.50 это первые цены такие, которые мы с вами можем увидеть. Так, сейчас я посмотрю на своем волшебном втором. Втором компьютере. Так, что касается австралийца. Да, я думаю, что будет умеренное падение, скорее всего. Скорее всего, умеренное падение будет. Может даже быть идеальный сценарий, это будет здорово. Я продолжаю следить за Канадой, потому что у меня там есть свой интерес сделки. Австралия, Новая Зеландия, то же самое. И фунт, это вот мои фавориты на этой неделе. А, иена, иена. Иена, в принципе, да, тоже не очень ее люблю, но здесь как бы слишком все очевидно, что тоже может быть, конечно, нюансом, потому что когда слишком очевидно, могут быть какая-то свинью подложить, да, нам крупные участники, поэтому будьте внимательны. Ну вот, вот теперь как-то так. Теперь как-то так. Давайте локально подведем итог. Индекс доллара. Скорее всего, будет в диапазоне, может быть, чуть просядет, но далеко не уйдет, но, скорее всего, роста тоже не будет. Вот поэтому здесь флэт в рамках 95-93.50. Нет, скорее всего, будет повыше, может быть, здесь еще проторгуется в зависимости от спроса. Вот, но, скорее всего, увидим повыше в сторону 43 даже, потому что слишком многие здесь заходят на шорт, и это не дает рынку пойти вниз. Золото. Отбой от ядра и движение, то есть отбой от 12.30, 12.41 и движение, скорее всего, выше на 12.95, 13.00. Австралия классно смотрится, если пойдет ниже. Вот идеальный лонг. Доллар Канада, надеюсь, слишком высоко не протащит, но здесь нужно формирование какого-то уровня. И, скорее всего, ну, 31.50, 31.30, посмотрите, на отбой, может быть, иена хорошо смотрится, здесь очевидный уровень, 12.50, 13.15, скорее всего, постучаться, никто не откроет, если кто пойдет евро-доллар. Тяжело. Вот евро, как всегда, самый козлячий инструмент. Здесь будьте аккуратнее. Может быть какой-то распил, потому что здесь сейчас явно, ну, явно что-то не то. Но вообще движение вверх. И фунт неплохо выглядит при тесте ядра. Может быть умеренный лонг в сторону 45-45.50. Вполне. Очень хорошая, может быть, здесь. По новозеландцу можете мне написать на почту, но там примерно идея та же, что и по Австралии. То есть ничего там сверхнового вам, в принципе, сказать не смогу. Ну вот как-то так. Как-то так по этим инструментам. Есть ли у вас какие-то локальные вопросы? Могу вам ответить. Благодарю FIBA Академию за то, что приглашают меня вести данные вебинары у них под крылом. Вот, я стараюсь, чтобы мои вебинары были самые интересные, полезные. Поэтому, если у вас будут возникать какие-то вопросы, заходите на наш официальный сайт. Если вы захотите открыть счет нормального брокера, либо валютный рынок, либо CFD контракты, либо фьючерсы, либо опционы, вы можете через наш сайт это сделать. Я вам также отправляю ссылочку. Потому что, чтобы начать работать, тестировать
своей стратегии работать на рынке и со временем зарабатывать, вам нужен для начала хороший партнер, хороший, нормальный, лицензированный брокер. То есть такой брокер есть, поэтому вы можете присоединяться к нам. Ссылку, опять же, если вы будете смотреть на YouTube или на моем блоге, найдете под этим видео все нужные для вас полезные ссылки. И напоминаю, что вы можете инвестировать в команду трейдеров, принять участие в инвестициях альтернативных, либо в еврооблигации. Также вся информация есть в разделе инвестирования. Сейчас от 1000 евро мы принимаем в управление. Есть 5 профессиональных управляющих, которые по системе PAM-счетов с ограничением риска принимают деньги в управление. Вот здесь также вы найдете информацию. Ну и также следите за всеми обновлениями здесь в новостях, либо на нашей группе ВКонтакте, группа Rich Invest Group называется. Вот. В ближайшее время будет очень много полезного, интересного, в том числе видео и вебинары я готовлю про маркетмейкера. Стараюсь что там сказать. Хотя многие вещи в открытом доступе сказать не могу по теме маркетмейкера, потому что это информация, которой практически нет огромной. Вот. Ну и все остальные моменты здесь на сайте вы можете найти. Поэтому присоединяйтесь к нашему движению. Если у вас будут вопросы, обращайтесь на вот эту почту, либо вот здесь ВКонтакте вы найдете контакты. Вам огромное спасибо, что смотрите мои видео, мои вебинары. Надеюсь, что они по-прежнему вам интересны. И как вы видите по результатам, вероятность очень большая в наших прогнозах, то есть они сбываются, причем с точностью от уровня к уровню. И сейчас очень понятный, интересный рынок, несмотря на такой неопределенный со ставками, но есть четкое направление, которое прослеживается, даже если оно боковое, но оно достаточно четкое. И напоследок фраза от нашего героя Дональда Трампа. Нет ничего более преступного для финансового благополучия, чем придумать отличную идею и не удосужиться реализовать ее. Я думаю, что у каждого из вас есть какая-то идея по поводу рынка, по поводу инвестирования, по поводу бизнеса какого-то. Я вам рекомендую, если вы считаете, что эта идея классная, действительно, попробовать ее в любом случае реализовать. Какие-то там убытки, либо незначительные, да, либо какая-то плата за вот это свое, за свой опыт, это всегда полезно. И если вы не попробуете, вы не узнаете, работает это для вас или не работает. А может быть у вас случится какой-то прорыв действительно финансовый. И может быть для части из вас трейдинг это вот такое открытие, такая возможность. Но говорю сразу, что трейдинг это далеко не для всех бизнес. Просто потому, что у большинства не хватает ни дисциплины, ни какого-то характера, стержня для этого серьезного бизнеса, да, для предпринимательской деятельности. Вот, поэтому вам всем желаю мудрости, успехов и терпения. И только если у вас будет терпение, дисциплина и необходимые знания, то со временем вы сможете сохранять и приумножать свои сбережения и выстраивать свою финансовую свободу. Всем успехов! Если у вас будут вопросы, вы можете ко мне обратиться за консультацией, за инвестированием, за управлением, за обучением. Наш проект Rich Invest Group имеет в своем арсенале очень много всего, и еще будут моменты в ближайшее время добавляться, в том числе по недвижимости. Сейчас я начинаю сотрудничать с одной компанией, которая занимается интересными инвестиционными идеями по недвижимости. Всем успехов! Здесь все данные. На YouTube также найдете мои видео, наберите Виталий Сергенко, там выдаст несколько сотен видео. Можете подписаться на наш YouTube канал. Обязательно присоединяйтесь. И также на правах рекламы, если кому-то будет, вот вы понимаете, что вы сливаете, у вас не получается, вы можете подать заявку на нашем сайте на автоматическую программу по рискам. Это не бесплатно, но это спасет вас от слива депозитов. Поэтому подключайтесь, также такая услуга, такой проект есть. И напоминаю, что вся информация в рамках этого занятия давалась исключительно в дополнительных целях. И я стараюсь с вами делиться какими-то своими идеями, наработками. То, что могу сказать в открытом доступе, говорю и даже плюс еще 20%. Поэтому считаю свои вебинары очень полезными. И если бы я их там 8-9 лет назад провел эти вебинары,
то очень много ошибок я бы не сделал. Очень много ошибок. Инвестируйте осознанно и добивайтесь успеха. Я буду стараться вам этом помогать простым языком по-дружески, так скажем, да. Поэтому присоединяйтесь к нам. Если у вас будут вопросы, обращайтесь. Постараюсь всем, опять же, адекватным, интересным людям помочь. Всем всего доброго и на связи с вами. Всем пока.